И нам очень приятно доступ к доставлению слов. По крайней мере, передают россияне право ведения. Я попробую, вот все поняли. То, что я хочу сказать, это несколько вещей, которые... Katrā bildē jūs atradīsiet. Un tajā pašā laikā šo ikonu glezniecības principu. Я ей благодарна, знаете, вот, ну, любой художник, он сомневается в себе, это нормально. Но какая-то поддержка должна быть. И вот когда я услышала от нее вот эти слова, для меня это было как, Ингрида, спасибо огромное, вот за оценку, да, своего труда. Когда говорит такой специалист, это стоит дорогого.